Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я играю в «Как достать студента. Переполох в общаге». Продолжаем проходить. Сосед сегодня готовит, делает пельмени вручную. И главное, ни с кем не делится, только девчонок соблазняет. Смотри, соседушка, не подавись. Окей, поехали. День номер 6. Я не обещаю, что буду прям все пакости выполнять. Не уверен в этом, потому что я игру проходил очень давно и не помню тут все. Прохождение я никакие не пересматривал. Хочу пройти игру, полагаясь на свой... на свои... знания, так сказать, или как бы это проще назвать. Полагаясь на свои догадки. Вот, вот это правильно. Так, давайте осматривать, что у нас тут. Так, ящик с инструментами. А еще за маска есть. Давай, 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 бери быстрее. Так, теперь вот эту фигню берем. Молоточек. Музыка не такая уж и плохая играет в данный момент. Это что у нас? А, сода. Так, можно аквариум осмотреть. Камушек достать. Эй, блин! Не повезло. Так, давай, 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 давай! О, прекрасно. Новых комнат, по-моему, не открылось на этом уровне. А, он в ванной был, господи. Я что-то подумал, что он на кухне был. Сейчас будем пытаться разобраться, что с этим можно сделать. Твою южное лево. Блин, вот мы и попались. Вот мы и попались жестко. Отведал силушки богатырской. Ладно, давайте попробуем еще раз. Не так-то это просто будет. Так, хватаем все предметы по бырочкому. Да, спускается анимация лазания по лестнице. Это, конечно, таз, я вам отвечаю. Так, сода у нас тут. Какого фига ты не взял? Ну-ка возьми, блин. Блин. Так, в этот раз нормально достань. Во, хорош. Так, сейчас попробуем сделать чего. Кастрюля. Ну, давайте за маску, не знаю. Хотя, может, камушек, наверное. Камушек? Нет, не камушек. Сода! Сода! Ага, да. А это что у нас? Вода. Камешек? Нет. Соду? А, я соду уже использовал. Вот это? Нет. Замазка? Нет. Блин, ничего у нас не подходит. Молоток? На холодильник? Нет. Замазка? Ага! Отлично. Я так и не в курсе, что с этим нужно сделать. А, они его... не пустили, что ли? А, пол. Что-то с полом сделать можно. Хорошо.
Сейчас посмотрим, как он... Блин, я надеюсь, он в туалет не побежит сейчас. Мыло, камушек, наверное. Камушек. Правильно. А, это... А, мыло. Мыло, наверное, там, на полу надо положить. Ха-ха, блин, прикольно. Так, а теперь положим мыло. Девчонкам такое точно понравится. А с молотком что надо делать? О, тут еще что-то можно сделать. Ага, давай, давай, бери быстрее. Что это? Чернила. Что с чернилами надо сделать? Че, даже не это? Ничего делать не стал. Даже не стал пробовать камушком этим. Графин с водой, но я вроде бы уже применил все. Так. Ага, чернила в воду надо. Ну а молоток-то куда? С молотком что делать, я не понял пока что. Я ж говорил, им понравится, да? Максимадзе знает в этом толк. Окей, последнее, единственное, что я не понял, а может это, вот это последний бакс, наверное, а реально, а что с молотком-то надо делать? Или я его применил уже? Я что-то не помню, чтобы я молоток применял. Может, хотя, может мне реально с памятью поработать надо. Блин, я надеюсь, это... Соду не надо было еще раз добавлять. А, блин, надо... Блин, соду придется добавить еще раз. Видимо, он воду эту будет пить только после нее. Ладно, ладно, окей. Тормознули немножко. Кто знал, что так выйдет? Так, с Почты России уведомления присылают. Раскладушку Sony Ericsson там заказал. Но она уже покинула сортировочный центр в моем городе, но что-то на почту до сих пор не приехал. Давай, давай, иди быстрее, я уже... Жду тут сколько, пока он дойдет. Полчаса пройдет. А, да, я так и думал. День пекаря у нас сработал. Поехали, следующий день. Погодите, описание. Наши девчонки решили отметить новоселье и устроили вечеринку. Сосед надушился так, что в комнате просто невозможно находиться. Устроим ему урок хороших манер. Ух ты, классно. Я к этой вечеринке присоединюсь. Хорошая.
дело. Так, одну вижу, а вторая где? Ящик с инструментами можно поделать. А это кто такой? Охранник какой-то, что ли? А, вот вторая, господи. Я думаю, где она? О, это ж кальян, да? Блин, походу, да. Так, новые комнаты у нас также, по-моему, не открылись. Хотелось бы первый этаж уже посмотреть. Ой, господи, а куда это он так... А. Так, ну тут нечего искать. Беги быстрее, давай, 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 быстрее. На кухне есть что? Есть, да. Есть уксус. Коридорная щетка и грязная щетка. По-любому какая-то из них на расческу. Наверное, ковровая. Потому что это на зубную щетку больше похоже. Ага, да, правильно. А это сюда, наверное. Нет? А что это такое вообще? Духи. Фу, просто отвратительный запах. Не поспорю. Какая отстойная музыка, господи. Зубная щетка. Ну да, конечно, зубная щетка. Тут других вариантов-то и нету. Так, аптечка. А с этим охранником ничего сделать нельзя? Это что? Спиртовый раствор. Ну это, наверное, в кальян надо засунуть. А вот уксус явно... Надо в пиво. А, вот уксус, перепутал. Точно, правильно. Ну и, наконец, этот раствор точно в кальян надо. Как это нет? В смысле? Сосед часто курит кальян вместе с девочками. Девочки-то, по-моему, не курят. А, рабочий стол. Помаду? Может, ее надо? Точно. Давайте посмотрим на это дело. Так, давай, 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 давай. Ну, красота. Ничего не могу сказать. Но, наверное, тогда это в духе. Вонючие. Других вариантов не остается. А с магнитофоном что-то надо сделать? Я просто других инструментов больше не находил. Ну, короче, я думаю, что нет. Ну, а музыкальные диски, блин! Поменять диск надо. Погнали, поменяем диск. Не догадался я до этого. Давай, 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 иди быстрее. Мне надо музыку заказать. Ой, осторожно.
Ну вообще прикол. Диск с тяжелой музыкой. Тяжелая музыка? Люблю. Максимадзе одобряет. Ой, какой ужас, как воняет, а? Давай, давай быстрее. И вот интересно, что... Вот интересно, какая музыка заиграет. Понравится ли мне она или нет. Я не помню, какая тут музыка будет. Совершенно. Ну, какие-то новости телек показывает, походу. Других вариантов у меня нет. А чё это было? А, от духов, что ли, от этих? Так, ну и наконец-то давайте тяжелую музычку послушаем. А чё, неплохая музычка, почему ему не понравилось? Сосед старается понравиться девчонкам и посадил... Ну да, я не сомневаюсь в этом совершенно. Девчонкам смотрит на их цветы и радостно сисюкает. Но я-то знаю, какие цветочки ему на самом деле интересны. Надо спасать девушек, а сосед пускай сам позеленеет. Поехали. Чё у нас тут по комнатам? Ах, да, балкон открылся в предыдущем еще эпизоде. А так больше никаких новых комнат нет пока. Тумбочку открываем, поспороемся. А, блин, он сюда же идет. Так, леечка. Пакет с семенами. Ящик с инструментами. Интересно, с какой из девчонок сосед больше всего флиртует? Хороший вопрос, которым я реально задаюсь. Потому что... Я, знаешь ли, сосед, тоже такое желание имею немножко. Мне вот это... С коричневыми волосами нравится. Так, а здесь что, можно взять? Блин, ну вот... Ага, нож взять надо, окей. Так, больше ничего на кухне нету. Да иди давай, чё встал-то? Аптечка. Так, ну здесь больше делать нечего. Так, это что? Медный купорос. Чё такое медный купорос? Нож, перчинца, или, господи, как там правильно, отвертка и клей. Давайте попробуем разобраться, что с этим можно сделать, что можно такого придумать с этими вещами. Клей, нет, баночка, вот это, а, я уже это все применял, нет, это все не подходит.
Нет. Ага. Наперчим цветка. Ой, он сюда идет. Бежим. Прикол, прикол. Давайте дальше разбираться. А почему у нас перечница осталась? Что-то еще можно с ней сделать? Так, отвертка на клавиатуру. Нет. Нож. Клей. Клей. А принтер? Принтер, наверное, эту фигню надо. Нет. Отвертку? Точно. О, тонер мы достали. Твою же налево. О, успел, блин. Я успел. Вот как он меня мог не заметить? Ну вот ладно, это же игра. Все простительно. Да как так-то? В смысле? А что надо тогда? Хорош. Нечего им напечатать. А, надо было сюда что-то еще применить, я забыл. Кстати, описание какое будет? Ботаническая энциклопедия всего о растениях. А, наверное, надо найти какую-то книжку и подменить ее на что-то другое. Только где же ее найдешь? А, фотоальбом соседа, господи ты боже мой. Как описание предмета посмотреть? Да, по-моему, там не голый сосед, вы что? О чем это вы мне говорите? Вот эту фигню? А это что такое? Что это за кирпич? А, порвать? Отлично, с этим сделали. Так, и это, ну, на это по-любому туда. Поникли цветочки. И... А, семян-то нету. Тут что с тонером делать надо, я не в курсе. Ха-ха, блин, вот это, да. Прикол, короче, конечно, был. Так, давайте закончим, я не знаю, что с остальным делать. А сколько я уже записываю? Секунду. А, 24 минуты всего, продолжаем. Сосед сегодня сосед изображает любовь к братьям меньшим. Все за тем же. Покупает булку в столовой, крошит ее голубям на улице. Подкармливает попугая и рыбок. Нужно пресечь этот фарс. И соседу придется постараться, чтобы самому не попасть в красную книгу. День юната. Короче говоря, вот подскажите в комментах, что, как, какие, какая там еще пакость последняя. Что надо с этими штучками делать. Ой, боже, картинка. Ладно, поехали. Надеюсь, сейчас какие-нибудь новые комнаты откроются. О, открылся первый этаж, открылась улица. Открылся этот...
коридор главный. Ну, там, ну, там еще комнаты дальше есть. Там есть спортзал, там есть еще что-то. Ладно, давайте начнем уже. Так, стеклянный шарик и клей. Перепутать все в фотоальбоме. Да запросто, блин. Порыться в тумбочке. Нет, пока не надо. Вот вляпался я, ага. Бежим. А-а-а, не успел. Я так спешил, что я, блин, не успел. Поехали дальше. Поехали еще раз. Да, тут по лестнице можно спуститься прямо сюда. Полезная информация. Еще один намек на то, что игра русская. От русских людей. Впрочем, нам это и так было известно. Что у нас тут? Это мел. Ага. Так, у тебя ничего тут взять нельзя, к сожалению. Но благодарю. Все равно. Посмотрим, что внизу. Ага. Здесь нечего и смотреть. Батон. Что можно сделать с батоном? Стеклянный шарик. Клей. Мел. Нет, ничего не подошло. Ой, батарея-то как греет под ногами. Жесть. А такой... Он лазал не по лестнице, а по стене сейчас. Скамейка. Клей. Нет. Камушек, вот этот. Мел. Ага, окей. Так, а можно обратно сюда забраться? А, нет, обратно туда не залезешь. Блин, вот это... Немножко облом. Доска почета. Доска почета. Какой-то урод. Человек, похожий на главного героя, хоть, но гораздо толще. И еще женщина какая-то непонятная, которая немного похожа на эту девушку. Может, это ее мать, не знаю. Ну, вряд ли на самом деле. Но похоже. Но старше по-любому. А что с стеклянным шариком можно сделать? А, блин, нет. Клей на банку. Ага, окей, нашли применение для стеклянного шарика. А на банку... А, банка, это... А, ее взять надо. Пиранья. Может, в хлеб? Нет. Ну, я так и думал, что нет, ибо как-то не очень логично. А где сосед был, я чуть не понял. Сосед где? Ой, он что, меня не заметил, что ли? А, он приклеился. Ха-ха, блин. Блин, я что-то забыл, что он... А на главного героя ему пофигу было. Вот оно что, окей. Нет. Ага, окей. Блин, жалко, проглядели эту пакость.
А вот что с пираньями делать? А, наверное, в аквариум подложить, господи. Это же так просто. Но вот что сделать с хлебом, я пока не понял. Со стулом прыгать начал, прикол. Но это по-любому аквариум. Вот отстой какой! Я сейчас опять продую. Да блин! Да господи ты боже мой! Ладно, давайте еще разок. Пройдем этот уровень и закончим все-таки. Но это просто отстой, вообще я не могу. Заодно посмотрим еще раз на этот прикол со скамейкой. И куда там сосед вообще пропал? Пишет, что еще можно осмотреть, но ничего не находит уже. В аптечке есть еще? Сюда-то мы вроде не заходили. А ведь и правильно. Мы сюда не зашли, а Сет как раз таки в ванну побежал. Это что, ослабительное? Скибидар. Какой еще скибидар? Я не знаю, что это такое, в общем. Шампунь. Скибидар. А, тут больше ничего нет? Куда слабительное? В хлеб, что ли? Я не знаю. Так, во-первых, клей на стул. Во-вторых... Все перепутаем там внутри, в альбоме. С этим разобрались. Теперь давайте вниз спускаться. Слабительное, наверное, в хлеб надо. В батон. Точно. Так, по-моему, мел надо. А, это он будет кормить этим всем голубей? А, и они обосрут соседа. Так, смотрим весь этот прикол еще раз. Повнимательнее. Блин, прикольно. А, еще и это... А чё, музыка не играет? Шарик сюда. Да, толку от этого шампуня не обнаружилось никакого. Так, все пакости вроде бы сделал. Слабительное уже применял. Вот давайте применим еще раз, всякий случай. Хотя, я думаю, не нужно. Ну да. Действительно, последние две пакости он осталось, которые вон мы сделали с аквариумом и кормом.
Давай, давай, беги в шкаф быстрее. Прям в лицо ему. Я так и думал, что так будет. Так, ну и посмотрим, что сейчас будет. Как пиранья на соседа у нас отреагирует. Все, да, все сделали. Вон, даже до ярости довели. Хорош, хорош. Отлично. Все заняты своими делами. Так, ладно, на сегодня закончим. Томительный немного получился, наверное, выпуск. Но я все же старался. В следующей серии сегодня по этой игре уже допройдем, я думаю, все. Ну а пока что всем спасибо за просмотр, с вас лайк, подписывайтесь, меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, ставьте в ВКонтакте и всем пока.